Здравствуйте, мои маленькие мальчики и девочки! Я Олеся Клоунесса и напоминаю, если вы любите рисовать, рисуйте сказку, рисуйте сказочных героев и присылайте нам в официальную группу ВКонтакте «Детки-непоседки». А сейчас мы будем с вами читать продолжение нашей интересной, замечательной сказки про принцессу Софию. Слушайте внимательно! Она с замиранием сердца рассматривала королевскую особу и не находила в ней ни одного изъяна, словно та сошла с обложки ее книги сказок. Даже изящные туфельки, в которых ее величеству наверняка было очень холодно, блестели, словно сделанные из чистого серебра. «Детка», – вздохнула королева, – «мне одной не справиться со всеми делами в королевстве, а с тобой мы будем славно править. Ты только согласись с тем, что заслуживаешь большего, ведь именно ты самая лучшая девочка на свете». София хотела возразить, но королева не дала ей сказать ни слова. «Кто лучше тебя вышивает? А кто еще из девочек так усердно во всем помогает маме? Или, может быть, найдется кто-то лучше тебя, кто готовится к урокам?» Ее величество звонко рассмеялась, взмахнув рукой. «Ну, давай, милая, просто признайся, что ты совершенство и достойна звания принцессы. Корона в мгновение ока станет твоей». София задумалась. В том, что говорила незнакомка, была доля правды. Действительно, она же сама без чьей-либо помощи справлялась со многими своими недостатками. Что ж, возможно, из нее действительно получится хорошая принцесса. «А вы думаете, я смогу?» – с замиранием сердца спросила София. «Не важно, что я думаю. Важно, что думаешь ты», – ухмыльнулась королева. София вдруг подумала, что, пожалуй, она действительно справится с обязанностями принцессы. В конце концов, если не она, то кто? Стоило этой мысли пронестись у нее в голове, и ослепительная корона тут же оказалась на ее макушке. А что произошло дальше с нашей необычной и веселой девчушкой, мы с вами, ребята, узнаем завтра. А сейчас время смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго, до свидания и спокойной ночи. Пока!